25 июля в Рославле прошли общественные слушания на тему ввода в эксплуатацию пристроя «Хаят» и комплекса хранилища контейнерного типа. Общественные слушания организовали администрация Рославского района и концерн «Росэнергоатом». В обсуждении приняли участие 440 человек. Весь зал был полным. Это доказывает, что тема развития атомной энергетики в нашем регионе актуальна для экономики России. Мы не разделяем город и объект, это все единое целое. Те задачи, которые цели ставят перед нами, мы достигаем вместе. То, что мы имеем информацию полную и регулярную, это говорит о том, что наши жители знают, понимают, видят состояние атомной станции. Мы гордимся даже тем, что она находится рядом с нами, потому что это станция, которая вырабатывает 80% электроэнергии, которая вырабатывается на всей нашей области. Специалисты-разработчики проекта хранилища уверены, что ввод «Хаят» в эксплуатацию повысит безопасность атомного гиганта.